Длину ленты для лодыжек в изделии Циркейд Juxtalite Ankle Foot Wrap можно при желании уменьшить. Для этого просто обрежьте ленту в требуемом месте. Затем оберните ленту вокруг лодыжек, обеспечивая сильную, но комфортную компрессию, и закрепите с помощью одной из входящих в комплект застежек-липучек. Вторая застежка-липучка является запасной. Удостоверьтесь, что вы не отрезаете слишком много, поскольку лента для лодыжек должна перекрывать изделие Циркейд Juxtalite Lower Leg. Если изделие Циркейд Juxtalite Ankle Foot Wrap слишком длинное, вы можете обрезать его максимально на 3 см. Найдите усиленный шов на бежевой поверхности изделия. Нарисуйте прямую линию поперек переднего края изделия в месте, где вы хотите ее обрезать. Вы можете обрезать до усиленных швов. Аккуратно выполните разрез по нарисованной линии.